Чувашии написали библиотечный диктант на тему «Иван Яковлевич Яковлев, патриарх чувашской культуры». Акцию организовали и провели сотрудники Национальной библиотеки, а посвятили ее 170-летию со дня рождения выдающегося чувашского просветителя, организатора народных школ, создателя чувашского алфавита Ивана Яковлева. Своеобразный диктант-викторину на тему «Иван Яковлев, патриарх чувашской культуры» одновременно написали во всех районах республики почти на 200 площадках. Кроме того, все желающие смогли написать диктант в режиме онлайн. Трансляция велась на сайте Национальной библиотеки. У нас уже опыт есть таких проведений библиотечных диктантов. Библиотека участвовала и в написании диктантов по государственным символам в свое время. Бичурин, ну то есть юбилейные даты, скажем так, республиканские. Ну вот мы стараемся как-то участвовать тоже. По правилам диктанта участникам необходимо было ответить на 20 вопросов, посвященных жизни, деятельности, творчеству Ивана Яковлевича Яковлева. И набрать максимальное количество баллов. Это, ну, примерно, ну, наверное, около 1000 участников в написании диктанта все-таки приняли участие. Выражаем большую благодарность всем участникам, всем площадкам, потому что все районы приняли очень активное участие.